общем, едем в путешествие в Кабелос, в другой город, очень далеко отсюда, почти 70 километров, забирать мясорубку и заодно там погулять, посмотреть, что у них за красивые места есть. Еще хотим сходить в итальянский ресторан. В общем, друзья, какие дела? Идем смотреть итальянский ресторан. Просто здесь больше ничего нету. Здесь индийская резервация. Сюда люди едут в основном играть в казино. Больше здесь ничего нету. И есть аутлеты. То есть раз богатые приезжают, здесь построили аутлеты. По ним хорошие отзывы в Гугле. Мы потом Кабелос вы видели сами. Мы мимо проезжали. Вот, кстати, казино это вот здесь и находится. Вот оно казино. И ресорт. Там же. Ресурс это что-то типа базы отдыха. То есть, видите, вся эта фигня. Это огромные деньги, это незаконно, но это же находится в индийской резервации. То есть здесь американские законы не действуют. И единственные места, где здесь можно поесть, тут один американский ресторан, ну какой-то супер дорогой. Вот, и второй вот этот итальянский.
Olive Garden, типа оливковый сад. Сейчас пойдем, в общем, его смотреть. Do you like this Italian kitchen? I love Italian, yeah. I think I ate here one time, long time ago in Minnesota when I was in college. So it's so big chain, it's even in Minnesota. Yeah. Very famous. Катерина говорит, огромная сеть по всей Америке. Я думал, это просто ресторан. Ресторан внутри выглядит очень круто. Много официантов. Смотрите, какие столики, как все красиво. Цветы. Ну, я бы не сказал, что супер круто, но если это сеть ресторанов с недорогим питанием, то я думаю, что это очень неплохо. По крайней мере, лучше Макдональдса. Тут ковры есть, ресепшн есть, там есть в отдельном помещении бар. Вот, официантки вас ведут даже за столик. Вот. И очень много посадочных мест. То есть, смотрите, как много. Вино. Ну, то есть, тут даже камин есть. Сейчас посмотрим, куда нас ведут. В общем, принесли нам меню. Давайте посмотрим, что тут есть. Пиво, коктейли, аппетайзеры. Спагетти. Чикен альфред. В общем, всякие итальянские блюда. Сейчас выберем что-нибудь. Цены, ну, видите, от 12 до 20 долларов за основные блюда. Но если что-то еще берете дополнительно, то понятно. He's not visiting from Seattle. Oh yeah. He lives here, but oh, you live here? He's from Crimea. Oh, okay. In Basel. I live in Basel. Oh. Okay. But it's the same as Seattle, right? Yeah, it is the same. Any more cheese? That's perfect. Okay. Thank you. Можем смотрите, какую штуковину принесли. Это идет в комплекте. Едой, то есть это не отдельное блюдо, это в комплекте, просто нам ее принесли сначала. И здесь еще вот из бреда, вот итальянский хлеб еще принесли. В принципе, неплохо, это не похоже совсем на фастфуд. Катерина пока пошла в туалет, мы съели салат и все, и дальше еще ждем. То есть я, к сожалению, не засек время, во сколько мы пришли. Но мы пришли в районе часа, а сейчас уже 1:40. То есть как-то долго все готово. Вот там же дверь. Because it looks like kind of long, right? Long wait. No, it could be. Okay, it's already almost 2 o'clock. Yeah. В общем, ждем, пока еду. В общем, пока я уходил в туалет, принесли еду. Посмотрите, какая красота. Это просто чума. Здесь какая-то специальная ложечка. Потом
половинка котлеты, еще что-то. У Катерины то же самое. Мы заказали одну, попросили разделить на две. Потому что мы будем есть вот это и вот это. То есть, ну, здесь нормально, еще после салата. То есть, я еще... Calamari stuffed mushrooms, crema, and mozzarella. Ravioli with pork and beef inside. В общем, это равиоли с свининой и говядиной, это фаршированные грибы и это кальмары. И вот это вот соусы. It's sauces, right? This marinara and this one, I'm not sure what it is. Tartar. Каламари, да. Тартар. Possibly, maybe. Маринара, соус, и может быть тартар, но может быть какой-то другой. В общем, вот такая еда, я пока отключусь, будем есть. Приятного аппетита. Something like chicken. Fried chicken. It's chicken parmesan. Chicken parmesan? Что называется куриный пармезан, чикен пармезан. Тут такая штука, вот курица, она в каком-то как в оболочке и сверху там, ну, в общем, вся итальянская специя. Все. Очень вкусно. Очень много калорий во всей итальянской еде, просто город. Очень горячий. Внутри горячий. По вкусу как жареные пельмени. Внутри фарш, а снаружи тесто. Но чуть-чуть отличается. Не один пельмен. Хочу попробовать гриб. Фаршированный гриб. Но внутри что-то есть. Пахнет очень вкусно. Очень сочный. Большой дом. Very juicy. Right? Фаршированный гриб – это просто чума. И лазанья вообще просто обалденная. Паста? Грантная паста? If you want, I don't mind. You can have my lasagna. No, I don't think you can. Thank you so much. Mm, super good. You can have anything you want. I like pasta, but I'm not super good. This is my favorite. You can probably tell me that. Sauce type of tartare? Yeah. Maybe sauce is ranch. Are you familiar with this tartare? The same as ranch, but probably tartare. It's the same as ranch, but with small pieces of pickles. Maybe with this green, it's pieces of pickles. Would you like any more bread? Do you want more bread? No, I'm saying good. Okay, thank you. В общем, кальмары тоже неплохие. Не такие вкусные, как в Азии, но тоже нормально. В общем, реально порции такие огромные, я не могу все съесть. У меня уже салат. Я свою еду съел, но вот это я уже есть не могу. Катерина не может. Я съем только вот эти, я ей предложил доесть только вот эти кальмары. А вот это все остальное, она лазанью даже и не ела. А это пармезан чикен.
Доедим только кальмары, если сможем. И остальное все возьмем с собой домой. Дома будем есть. И вот этот же аппарат, который я вам говорил, вот этот интересный аппарат, который здесь стоит, он также используется для оплаты. Они тебе никакой счет не приносят, ты просто говоришь, что мы хотим платить. Вот она тебе дает, вот здесь написано, вот, что мы заказывали. То есть вот эти вот аппетайзеры, вот кальмары, равиоли, моцарелла. Здесь написано жареная моцарелла, но нам приносили жареные грибы, но это не важно, цена одна. Вода бесплатная и тур Италии, то, что я вам говорил. Плюс с туром Италии бесплатно идет салат, вот он тоже ноль, и то есть всего $35. Можем добавить чаевой. Thank you. Probably do 15%. It's the minimum requirement. You should usually... Minimum requirement 10? No, 15. Here? Yeah. Okay, let's put $5. Чаевой платим $5. Катерина попросила. 15% is normal now, 20% is very nice. If they were super good, you get some 20. You can check in the internet like what it's up. Yeah, I'm pretty sure usually 15 is. В общем, все, сходили в ресторан, на все, на весь ресторан ушел где-то час. Пока они готовили, пока мы ели, и вот остатки еды, там несколько коробочек они нам все сложили. В общем, сейчас едем дальше, как я вам говорил, в Кабелос, забирать мясорубку, которую я заказывал в онлайне, онлайн-заказ забрать.